Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Ролан Морозов. И в сегодняшнем видео я покажу вам, вот если у вас вот прямо хочется, ну, колется, хочется научиться торговать на криптовалютном рынке, ну, очень сильно страшно потерять свои деньги. Я сегодня показываю, как можно научиться торговаться, не рискуя ни одним центом своими собственными деньгами. И вы даже можете себя почувствовать миллионером, что будут виртуальные деньги и виртуальная платформа для торговли. Но для начала видео я вам рекомендую зарегистрироваться на таком бирже, как Bybit, поскольку это международная биржа, и тут нету санкций ни на каких граждан. То есть тут могут зарегистрироваться все граждане мира и пополнить деньги фиатом и начинать торговать. Естественно, надо пройти верификацию. Если вы это сделаете по моей ссылке, вы получите до 30 тысяч долларов бонусов разные, если вы выполните разные условия, что будут прямо написано при регистрации. И, естественно, если вы будете моим партнером, поскольку я партнер Bybit, имею личного менеджера, все вопросы мы можем решить через моего менеджера. Теперь самому сути видео. Смотрите, друзья, после этого, когда вы зарегистрировались на Bybit и прошли верификацию, не надо сразу вот сюда бегать торговать. Смотрите, тут значок, тут ваш логотип. Нажимаете один раз сюда, и в самом нижнем строку есть такое письмо, как «Демо трейдинг». Нажимаем сюда, и нас переключает автоматически на бесплатный демо-счет. То есть это абсолютно бесплатный счет для тренировки торговли. Так, закрываем его тут внизу. И что мы, собственно, видим? Видите, тут есть написано, что это демо-счет, и тут сумма. Это, друзья, не мои деньги. Не думайте, что у меня столько денег на счету. Это именно те деньги, что нам дают для демо-торговли. Что мы тут имеем? Ну, такой же обычный аккаунт, как будто бы мы на настоящем бирже. Только это все виртуальное. У нас тут 50 тысяч долларов, 50 тысяч USDT, один биткоин, да и один этериум. То есть мы богатые ребята, чем я нас и поздравляю. Давайте сразу тогда к делу. Это все виртуальные деньги. Я понимаю, надеюсь, что вы понимаете этого. Идем вот сюда. Деривативы и, ну, например, просто выберем биткоин, неважно, какой данный момент мы ставим сюда валюту. Если у вас вот такой интерфейс нету, а у вас его нету, его можно вот так просто берете за угол, менять как хотите. Видите, у меня вот так сделано, чтобы график был бы больше, сам стакан я поставил низко, поскольку его не пользуюсь, я его тоже можно перетягивать как хотите, если не знали, вот теперь знаете. Что делать? Вот у нас демо-аккаунт, вот у нас куча денег, не постесняю слова. Надо научиться торговать, да. Сегодня я не буду показывать, как делать анализ рынка или что-то такое. Просто как открыть, закрыть сделки и все подобное. Можем выбирать какую-то более живущую криптовалюту. Вот видите, сюда идете, давайте выберем ОРД какой-то. Он в данный момент у нас очень сильно пампится, видите. И сейчас можем открыть быстро шорт. Что мы делаем? Заполнить, вот тут выберем, заполнить по стоимости или по количеству. Мы выбираем по стоимости. Насколько идет очень сильный памп, можно выбирать, видите, рыночная цена. И тут выбираем плечо. Мы это максимальное берем, нам-то терять нечего, поскольку это виртуальный счет. Но тут же берите это соответственно. Так, давайте сразу 1000 долларов и открываем шорт сделку. Тут каждый раз будет спрашивать, уверены ли мы. Мы, конечно, уверены. И видите, открылся у нас счет. Что с ним делать дальше? Например, как учиться торговаться, да? Давайте вот так маленькую прибыль пытаемся взять. Смотрим вот так приблизительно. Ага, и ставим take profit. 10.92. Просто ставим сюда take profit. 0.2 было или сколько? Ну, что ж ты будешь делать-то, а? Так, что я тут хотел-то?
10.95 поставим. 10.95. 10.95. И видите, таким способом, если сделка зайдет, я заработаю якобы $8. Просто нажимаем ОК. Видите, сразу видно моя линия, что я поставил. Но тут же надо поставить какой-то стоп-лосс. И давайте вот я покажу, как вот этого можно сюда высоко. 12.058. Опять идем сюда. И вот сюда напишем 12.08. И при случае, если цена пойдет настолько высоко, я или мы потеряем аж $90. То есть, но мы не потеряем все свои 100 тысяч. Видите? Теперь у меня открыта сделка. Стоит take profit и stop loss. И вот таким способом мы открыли себе сделку на рыночном, ну то есть на рыночном с цены. Давайте сейчас я вам покажу, как можно открыть на лимитный. Выберем какую-то другую валюту, абсолютно не имеет никакого значения, поскольку это демо-счет, и я вам просто показываю. Вот видите, выбираем лимитную, тут уже ставить какую-то цену, ну хотелось бы, чтобы исполнилось бы быстрее, да? 3.8.8.4 поставлю. 3.8.8.4. И тут мы можем тоже поставим $1000. Мы же не бедные. И видите, тут можно сразу же и поставить, как это вам сказать, стоп-лосс и тейк-профит. Видите, вот тут такое место. Нажимаете сюда галочку и открывается сразу же. Мы выбираем, что мы хотим открыть шорт. Take profit мы хотим получить, ну давайте скажем, 38-35. И stop loss поставим 0.40, например. 0.4. И все, друзья. Теперь нажимаем ОК, и у нас выставляются все это данные, что мы хотели. Так, автоматически нажимаю, и теперь отсюда нажимаем, что, видите, я все выставил, и теперь сюда продать шорт. Все уже выставлено заранее, и, ну, поскольку я так долго болтал, уже, видите, сделка открылся. И вот таким способом можно тренироваться торговли. Теперь, видите, остается только ждать либо прибыли, либо убытки. Я просто показал интуитивно. Это никакие не призывы действия, но так вы можете тренироваться. И тогда вы видите, когда вы научитесь хотя бы торговаться в ноль, не обязательно прибыль получать дикую, хотя бы ноль, тогда означает только одно, что вы готовы уже торговать потихоньку на нормальном счету. Так, посмотрим, видите, покажу, как можно, например, закрыть. У нас первая сделка, видите, идет плюс $4. Теперь у нас можно подождать, пока сделка совершится по лимитку, либо закрыть его ручную. Если мы закрываем его ручную по рыночной, мы просто платим больше комиссии. Это вы тоже должны знать, что лимитные ордера – это всегда дешевле комиссия, рыночные – это дороже комиссия. Не надо переживать, если у вас там якобы нет денег для комиссии. Это снимается автоматически из вашего, скажем так, прибыли. Либо убыток, либо прибыли. Смотрите, мне кажется, мы сейчас как раз, видите, как вы все видели в реальном времени. Мы заработали там сколько-то там. Я сейчас посмотрю. История ордеров. Тут, конечно, история торгов. Что-то мы заработали, я уже не помню сколько, ребята. Ну, не суть. Вот таким способом вы можете тренироваться, торговать и получать либо прибыли, либо убытки. Давайте покажу. Вот, например, так мы закрываем рыночной ценой. Поскольку мы идем с хороший плюс, хоп, и все. На данный момент якобы я заработал там, ну, скажем, грубо $10 за тут 9 минут получается, да. И вот такой вот демо-аккаунт, тут смело можно трогать все кнопки, ничего вы испортить не сможете. И после этого, когда вы чувствуете себя довольно-то комфортно,
просто начинайте торговать уже на реальной платформе. Один нажатие кнопки, и вы уже на реальном торговле, и все, что вы видели, будет уже производить реально. А, друзья, еще раз повторяю, что все полезные ссылки в описании под этим видео. Обязательно зарегистрируйтесь в Bybit, потому что, на мой взгляд, он топ-1 однозначно на данный момент на рынке. И поскольку тут самый удобный демо-счет, каждый может научиться торговаться, ну, самостоятельно, изучать чужие видео и так далее. Друзья, а с вами был, как всегда, я, Ролан Морозов. Если это видео было вам полезно, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Друзья, и зарабатываем честно. И главное, быстро. Всем пока!